Ночная шутка обернется сроком. Сургутский районный суд вынес приговор 28-летнему жителю Лентора. Его обвинили в ложном сообщении, готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры. В апреле, гуляя ночью по улице, мужчина позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил, что в местной школе заложена бомба. На место тут же прибыли все экстренные службы, однако после проверки информация не подтвердилась. Шутника вычислили. По решению суда ленторский лжеминер получил 3 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.